А вот здесь скалолазы лезут, ребята, вот. Зимние приспособления. А! Саша, иди туда, сбегай к бурундушку. Не двигайтесь, я снимаю на видео, главное не двигайтесь. Вот это я не знаю, где-то тут Львы горы называются. Тут не видно. Обрыв стрёмный. Как там? Пипец. Если вот я могу не снять. Ну, с одной стороны, я так стою, сам боюсь, так сам все бить. Ага, стрёмно, да, скажи? Пипец. Страшно. Мне аж охота прыгнуть с одной стороны. Эй, я тут, знаешь, как стою сам. Очень страшно. Вон там... Муравьишки такие, да, там машинки, да. Такие маленькие. Мне такой охота, так охота прыгнуть, не знаю почему. Не знаю, у меня охота наоборот. Мне кажется, что я туда сваливаюсь, и мне охота наоборот назад отползти. Нет, у меня охота туда же прыгнуть. А как они не боятся, а если умрут? Вот я же тебе говорю, смотри. А за что они здесь цепляют? Так я не знаю. Ты представляешь, это отвесная скала. Как они поднимаются? То есть непонятно. Сюда серьезно поднимаются? Да, 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 да. Ну, даже здесь она такая прямая вся. Здесь нечего. Ну вот, может быть, вот там вот поднимаются. Ну, что, где страшно? Стремно. О, когда ветер, я вообще поезду, то вообще все надо ветер забей. А вот так мне не страшно. Хорош плевать, сейчас на меня попадет, меня снесет. Мадеби. Да, здесь, вот здесь экстремальный секс, брат. Ну, я тебе про что говорил. Вот здесь. Ау! И только ты будешь кричать, кричать здесь можно.